Скоро в городе появится новый арт-объект. Жителям Сарова от 14 до 35 лет предлагают принять участие в его создании. Творческое объединение молодежного центра «Эвент Команда» запускает конкурс на лучший эскиз арт-объекта, символизирующего Саров как город ученых и ЗАТО. Работы принимают с 25 января по 21 марта. Мы принимаем работы в формате фотографии, JPEG хорошего качества, но работы могут быть выполнены в любой технике. И главное, чтобы они были авторскими, да, не откуда-то не скачанные, не взяты из интернета, чтобы участники конкурса сами придумали этот эскиз. Также эскиз должен отражать уникальность Сарова как научного центра России, в котором жили и работали великие ученые, физики-ядерщики, ковавшие ядерный щит нашей Родины. Еще одно обязательное требование конкурсной работы – практичность предложенного варианта. Оформить эскизы можно в любом стилистическом исполнении. Все работы будут опубликованы в группе молодежного центра и на сайте молодежного центра. Жители города также могут посмотреть эти работы. И на сайте молодежного центра, и в группе, в социальной сети ВКонтакте мы опубликуем имя победителя, автора лучшего эскиза арт-объекта. Оценивать эскизы будут с 22 по 30 марта и уже 31 марта подведут итоги конкурса. Установка арт-объекта в Сарове – первый этап реализации масштабного проекта «ЗАТО ученый». Следующим этапом будет квест на День молодежи, который также будет называться «ЗАТО ученый». В этом квесте смогут принять участие молодые люди, также от 14 лет. И итогом этого квеста станет выбор места, где, по мнению молодых людей нашего города, может быть установлен этот арт-объект. Заявку и эскиз принимают на электронную почту васькина@mcdefis.sarov.ru. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 9-9108. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.